Господа, здравствуйте! Сегодня у нас все вместе и сразу. Электрическая свистелка, не китаец, что самое главное, быстрая, мощная, классная. И называется она Audi RS e-tron GT. В общем, это набор слов, в каком порядке хотите его расставляете. Как по мне, так логичнее было бы Audi e-tron GT RS. Но Audi RS e-tron GT вроде так и называется. В общем, слава богу, немец. Поэтому у нас сегодня эту машину никто в страну не ввозил. Никакая компания к этому не причастна. Этот автомобиль принадлежит юридическому лицу компании Vestor. Компания занимается у нас арендой площадей, недвижимости туда-сюда, как вы понимаете, довольно успешно. И они нам любезно предоставили тачку просто погонять, поснимать. Расклейка уже была, машина была куплена бывшей в употреблении с небольшим пробегом, она по факту 21 года, до этого обитала в городе Сочи. Я думаю, сейчас в комментариях будут люди, кто ее там знает, помнит, верит и любит и ждет самое главное. Теперь она живет в Санкт-Петербурге и будет здесь, мне кажется, кайфовать. Потому что по этим начальным кадрам вы поняли, что в принципе она может даже ехать боком. Эти кадры, которые были в начале, это все кадры, которые мы сделали, потому что, как и любой электроштуке, ехать боком на ней сложно и нужно привыкать. А у нас сегодня такой задачи нет, мы находимся в центре города, здесь не нужно беспокоить уважаемых людей, тем более в начале дня. Поэтому с дрифтом, я считаю, я все понял, дрифтить она может. Никаких надписей на табличках, на приборках нигде не возникает, то есть она просто едет боком, никакого привода заднего, я просто выставил спорт и просто поехал. То есть это возможно, надо просто чуть-чуть подольше к этому привыкнуть, мы этого делать не будем, но тем не менее, да, в отличие от гольфа, который был последним, здесь все пушка. Господа, хочу рассказать вам о последнем обновлении культовой Lineage 2 Essence. Если вы настоящий знаток линяги, то я думаю, что вы уже в курсе нововведений, ну а для тех, кто с ней не знаком, рассказываю. Ну, во-первых, добавили новый тип серверов — Project EVO. Отличается уникальной экономикой и гибкой системой монетизации, что в корне меняет условия, кто на сервере будет нагибать, а кто, ну, вы поняли. Во-вторых, появилась новая раса, что в целом событие грандиозное, а с ней и два новых класса — Повелитель стихий и Божественный храмовник. Второй — это точный мой выбор, потому что это гибрид воителя и рыцаря. Я успел за него поиграть и пару раз умереть от босса, потом приодеться во все самое-самое, объявить ему реванш и отпраздновать победу. При этом в игре не существует автотранспортных средств, однако есть автоохота. В этом режиме персонаж делает все самостоятельно, уничтожает монстров, подбирает выпавшие награды и использует зелье здоровья, когда это необходимо. И тут, как и с автомобилем, обвес имеет значение. И вам стоит знать главное, любой элемент экипировки имеет свои собственные свойства и может решить исход поединка. И не забываем про PvP, ведь тоже не хочется отставать. Однако сила персонажа измеряется не только оружием. В игре умения бывают 1, 2, 3 или 4 звездочные. Последние самые редкие и ценные. Для изучения он их нужны книги, которые можно крафтить с небольшим шансом. Важнейшая новость заключается в том, что за регистрацию по моей ссылочке из описания вы сразу же получаете книгу заклинаний 3-звездочного уровня. Да-да, это предтоповая книжка, ну а также куча других подарков. Вот такой подгончик от меня. Следовательно, переходите по ссылке в описании, скачивайте Lineage 2 Essence и забирайте подарки. Ну, я думаю, многие знают, но тем не менее, давайте бегло и вкратце. Это то же самое, что Porsche Taycan, только в кузове Audi. Та же платформа, примерно те же моторы, но немножко с другой форсировкой. Тайканы у нас быстрые, мощные и классные, а это даже в версии RS 600 всего по сегодняшним меркам, 631, по-моему, или что-то типа того лошадей. Но это по, естественно, заявлениям завода-производителей. Эту мощность машина может развивать кратковременно. Как на самом деле и тот же Plaid может 1000 сил кратковременно развивать, как и тот же Zeekr FR, который мы тестировали, там его 1260 сил развивается на маленькое мгновение. К примеру, здесь вся мощность доступна только на протяжении 2,5 секунд. Но, впрочем, налог вы будете платить не за эту мощность. В СТС-ке под козырьком прямо сейчас лежит замечательная цифра. По налогам 193
силы. То есть это даже до 200. То есть это будет, я не знаю, в Питере, если калькулятор взять, но если там 200 плюс сил, обычно это налог что-то около 20, по-моему, или 17 тысяч. А здесь меньше 200. То есть это будет что-то типа 12 тысяч рублей или там, не знаю, какие-нибудь 10 тысяч рублей. Ну, скорее всего, не 10, но что-то очень бюджетное. То есть даже нету 200 сил по ПТС. Почему так происходит, я уже объяснял. Это особенности сертификации автомобилей в России. Потому что здесь указывается мощность не пи, возможно, а та, которую транспортное средство может удерживать в течение 30 минут. Так вот, максимальная мощность, которую эта машина может выдавать полчаса подряд, всего 200 сил. Представляете? Вот такой парадокс. А заявлено 600, супергонка, как быстро валит, а на длинные дистанции это невозможно. Почему? Потому что батареи уходят в перегрев, моторы уходят в перегрев, и мощность понижается. И эта сертификация, она вроде как настоящая. То есть эти машины, по идее, должны были на полигонах ездить и тестироваться. Соответственно, платите вы тоже только за эту мощность. Это ж классно. И здесь какая уловка. То есть у нас заявлена 800-вольтовая архитектура. То есть здесь кратковременно напряжение, которое подаваемое на электродвигателе, может быть 800 вольт. Но, однако, это тоже временно. Потому что тот же Zikar FR тоже 800 вольт значился. Но в сертификации написано, что длительную мощность он может удерживать на напряжении 630 вольт. А это уже ниже. Почему так делается? Потому что есть такой закон Ома. Вот есть закон, он суров, но это закон, понимаете? То есть мощность, она равна напряжению на ток. Соответственно, вы получаете киловатты. И это все нужно подать по проводам. Провода имеют некое сечение. И чем больше вы подаете тока по этим проводам, тем, соответственно, эти провода больше греются. Или их нужно делать более толстыми. Ну, так уж вот в электрике заведено. Соответственно, бесконечно толстыми их делать не получится. Вы уже с проводов берете такие медные шины, прямо здоровые куски меди, которые идут к моторам. Но есть нюанс. Вы можете сохранять силу тока, значение величины тока одинаковым, а вольтаж повышать кратковременно, и тогда мощность в конце на моторе, согласно закону Ома, будет больше. Но это нужно делать краткосрочно, потому что и повышение вольтажа до безумия ввести тоже нельзя, потому что большинство современных изоляционных материалов, там возьмите те же самые плоскогубцы, там все время написано до 1000 вольт, то есть вся стандартная пластиковая резиновая история держит до киловольта. Современные электромобили подошли к цифре 800, что будет около 1000. Будут новые изоляционные материалы или как это все? Потому что при попадании туда воды, вода проводит электричество, как вы понимаете. Ну, при условии, что она, конечно, там соленая или минерализированная, то есть она не дистиллированная. Дистиллированная вода электричество условно не проводит. Так вот, чем выше электричество, тем легче воде преодолеть изоляцию, в том числе влажность, соль, некоторые налеты, окислы. Ну, вы поняли, о чем я. То есть это значение 800, там 300 вольт в начале, как все были электромобили, как тот же Nissan Leaf, было удерживать довольно легко. И чтобы эти 300 вольт протечку совершили до салона, ну, это около казуалистический случай, потому что аккумулятор сам внутри запаян, и оттуда эти 300 вольт, ну, никак не выберутся, все в порядке. 500 вольт, как было на ранних Тайканах и прочее, уже интересней. 800 совсем интересно. А вот что будет, когда мы пойдем к косарю, а мы к нему будем подходить в любом случае с электромобилями, потому что мощность надо все увеличивать и увеличивать и увеличивать, а провода вот такими делать уже никто не будет. И тогда, опять же, по закону Ома нужно будет увеличивать или ампераж, но это завязано сечение проводов, или вольтаж. Потому что в конечном итоге мощность должна расти и расти бесконечно. Также то, что здесь 631 сила достигается только в течение 2,5 секунд, связано с тем, что и аккумулятор так долго нужный вольтаж и ампераж отдавать не может. И, естественно, инверторы, которые эту энергию преобразуют, также отдавать ее не могут. Потому что аккумулятор, как вы сами понимаете, он работает не на 800 вольт. Я даже уже не знаю, насколько, может, он работает и на 500. И кратковременно повышается инвертором, повышающим уже там до необходимого уровня, таким образом получает мощность. Короче, очень много электрических заморочек, которые можно решить на несколько секунд, а дальше это все превращается в горящий остов. Но там в Германии все посчитали, чтобы остов был минимализирован, а мощность какое-то время все-таки с вами была. Такие дела. Следующий удивительный факт. У этой машины нет капота. Ни одного капота у машины нет, потому что капотом называется крышка, которая прикрывает моторный отсек. Я не могу найти даже, где это. А, тут, наверное, и нету такой штуки. Сейчас. А и крючка нет, правильно? Нет капота, нет дергалки, прикинь.
То есть мы можем открыть, это у нас открывается задний багажник, потому что на удивление это седан, это не лифтбэк. Смотри, у нас же, ну, багажник, багажник. А перед-то, ёптель, ну, видимо, с мультимедиа. Но это да, а закроется обратно, ну-ка. Ой, крас. Она щелкает, но не закрывается. И в обратную сторону эта штука, которая, ну, кнопочка здесь Audi традиционная, она только вверх поднимается, она вниз не опускается. Электрического закрытия нет, потому что это не сервопривод. Это сервопривод. А почему так? Ну вот еще раз, я открыл. Я же открыл. Это же сервопривод. Я открыл. Открыть — это два нажатия. Закрыть — нажать, держать. И при этом я должен быть возле тачки все равно. Смотри, вот я не обязательно нажимаю и держу. Не обязательно. Это ВАК. Обязательно, я сказал. Поверь мне. Я в этом ВАГе. Вот, все, пожалуйста, она не закроется сейчас, потому что я не возле тачки. И то же самое, вот у меня рука, вот я просто подошел, я нажимаю, держу. Опля, видишь, это ВАК, здесь такой прикол, нужно именно стоять возле тачки, чтобы закрылся багажник. Как это сделать изнутри? Зажимаем эту кнопку, держим. Нет. Я не знаю, как закрыть его отсюда. Ну ладно, но нам подсказали, я бы не нашел, капот открывается кнопкой здесь. Неплохо, что исключает случайное открытие капота на ходу. Потому что для этого должна быть открыта... Это не капот! Я сам только что, да что же я такой олень-то, а? Как я затер всем, что капота в тачке нет. И теперь про капот что-то затираю дальше, что типа это он. А это багажник. Потому что капот у нас прикрывает моторное отделение. А здесь нет моторного отделения, потому что мотор сам стоит у нас где-то там на оси. Спереди мы видим очень похожую на Porsche 911. Здесь что-то происходило. На Porsche 911 мы очень видим похожий такой саквояжик, в который человек не поместится. Сбоку от этого саквояжика у нас есть все для ремонта колеса, проколов, буксировочная проушина, запаски здесь, конечно же, не будет, знак аварийной остановки и... Написано Porsche. Ну, да, пока даже не знаю, предположение. Понятно, это секретка, это компрессор. Потому что здесь у нас была жидкость для колес. Набор инструмента. Именно вот этим вам придется работать в этом автомобиле. Как бы недвусмысленный намек. Но как сделано? Ну-ка, что еще есть? Это снимать колпачки на колесных гайках. Это правильно. Ну и этим откручивать номера. Например, если вот у нас машины бывают двух видов. Тихон, выходи, выходи. У нас машины бывают на съемках двух видов. Здравствуйте. У нас бывают на съемках машины без номеров или вот с такими номерами. Адекватных пока нет. За это все отвечает Тихон с телеграм-канала, с инстаграм, запрещенного в России инстаграм. Здравствуйте. Про эти номера что, Костя, можно сказать? Что вообще Ольги и Анны — это самые престижные номера по всей России. Но вот если мы на такие номера с тобой будем работать всю жизнь, мы не заработаем. На машину, может быть, купим, а такие номера нет. А вообще в Санкт-Петербурге самая престижная серия — это ОСА 98, а три Ольги — самые престижные 98. Это просто красивый. Это как вот там номер стоит машина? Вот такая вот? Вот такая. Да. Как там стоит? Как там, да, это самое главное. Интересно, чья, интересно. Не знаю. Ну, какого-то, не знает, видимо, какого-то уверенного человека. Платин, хорошего вам обзора. Спасибо, всем спасибо. Про этот телеграм-канал и аккаунт в инсте я вам уже рассказывал неоднократно в своем телеграме. В общем, там много можно узнать про спецсерии, про номера, какие коммерческие, какие некоммерческие. Администратор того самого телеграм-канала, моего телеграм-канала заодно, поэтому не надо про него ничего писать. Вы рискуете отлететь в бан вообще элементарно ночью, а может даже и в моменте дня. Пока Игорян не видит, потому что Игорян тоже администрирует. В общем, у нас все нормально. Как вы видите, там много чего интересного. Сейчас, я закрыл. И мы прощаемся с капотом.
с капотом номер раз, под которым, по идее, по задумке производителей, и должны были скрываться электрические провода. Этот, по сути, вот передний багажник, он для хранения электропроводов в электрокарах. Они обычно по дефолту хранятся здесь. Но это не всем удобно, потому что, например, часто открывать передний багажник или капот, грубо говоря, как мы все привыкли, что это капот, опасно. Вдруг недозакроется. Поэтому здесь владелец держит все это в багажнике, который тоже довольно маленький. В этой тачке очень много тачки. Вот реально, она, вот чувствуется, что она 21-го года. Тогда было еще сильно лучше все, потому что RS и Tron презентовали в 21-м году. Багажник номер 2. Ну, традиционные для Audi кнопочки «закрыть багажник» или «закрыть багажник вместе с машиной». И здесь же у собственника лежат причиндалы зарядные. Это у нас традиционное зарядное устройство, чтобы заряжаться дома. E-tron. И оно, как видите, с разъемом. В этот разъем вы можете вставлять, как у Теслы, разные провода. Один из этих проводов, к примеру, идет в комплекте. То есть, к примеру, если вы заряжаетесь от трех фаз. То есть вы можете сразу 380 вольт подавать на машину, что приятно. Зарядник для этого в комплекте уже идет. Вот так делаете типа вжух. И все, эта сборка типа собралась. Вот так она собралась. Сюда даже еще саморез втыкается, чтобы не разобралась. Но это ладно. Наверняка есть еще и другой аксессуар, который позволяет вам здесь иметь обычную вилку на 220 вольт. Соответственно, получить обычный зарядник. Ну и здесь у нас на выходе разъем, при этом, что странно, только Type 2. Поэтому и 16 ампер. Потому что Type 2 все равно является медленным разъемом. Быстро это будет CCS2, который будет такой, вернее, вверх он будет с бородой, вот такой. Здесь он сделан такой для все-таки типа бытового использования. Сумочка, она же в комплекте, то есть это все вот так складывается туда, вот так застебывается и там хранится. А, пристегнуто даже карабинами к специальным багажным петлям, чтобы там ничего не делалось. А, далее, вот эта интересная штука, как будто под телефон или под что-то авоська. И розетка даже есть 12 вольт. То есть этот автомобиль, он просто автомобиль, он универсальный. Это радует. Здесь просто небольшой подпол, в него влез только обычный баллонник. И, наверное, все. Причем крышка тоже на веревке. Смотрите, чтобы ее отсюда не достали и не выкинули. А веревка эта отстегивается. Вот как интересно. Слушай, она... Вот она мне нравится гораздо больше, чем Plaid, чем Zikr FR и прочее. Потому что это вот машина. В ней куча каких-то приколюшек, которые ты смотришь, они тебе нравятся. Ну и здесь у нас есть место для хранения всякого барахла. И здесь такой же второй карман есть. Наверняка еще и лампочки есть. Да, две лампочки есть. Здесь же есть еще такой крюк. И, естественно, есть лючок для лыж. То есть длинномеры в ней перевозить также можно. Хотя багажник, как мы понимаем, совсем невелик. Но, тем не менее, лыжи или даже какой-то самокат электрический, естественно, вы сюда можете в сложном состоянии запихать, чтобы он наш салон торчал. Это все и делает, блин, машину просто машиной. Потому что, когда ты смотришь на слишком много наворотов вот в этих тачках, ты начинаешь думать, зачем. Единственное, что здесь традиционно не хватает ни для одного электромобиля, это, конечно же... доводчиков. Их не будет ни здесь, ни в Тайкане, ни в Tesla Plaid, а в Zikr FR они будут, потому что там и сама дверь будет электрическая, а здесь ничего нет. Это, кстати, легко закрылось. Ну-ка. Ну, вот, как вы видите, доводчика нет, и он не сработает. Хотя стекла при этом двойные, и зеркала при этом человеческие, зеркальные, блин, а не камеры. Это круто. Это за мной. Причем медицинские, да, я же чувствую. Да, это дурка. Сейчас, я слетаю на 10 минут и вернусь. Что, наваливать сейчас не стоит, да, Никитос, наверное? Мы же уже навалили, зачем нам еще раз наваливать? Ну, давай тронемся плавно. Да, для этого давайте Drive Mode сразу включим. Все, что касается этого, вот MMI, по-моему, это называется, да, мультимедийная система Audi, абсолютно стандартная. То есть вот то же самое, что вы можете наблюдать на всех современных Audi, начиная там от A5, я не знаю, в A4 такой монитор стоит или победнее, и заканчивая там A7, A8, все это абсолютно такое же. Настройки сервис, ну, абсолютно все то же самое, клавиши эти назначать можете. Единственное, что они здесь дали больше физических кнопок. То есть вот климат, это прямо вот, вот, он щелкает, он нажимается. Как же это божественно, просто физические кнопки. Это у нас и на климат, и на подогревы сидений, это все вот, ну прям классно, вот оно здесь. Даже если мы сейчас сядем в A6, A7, то это будет такой сенсор, то есть это будет площадка, на которой пиктограмма, и ты должен ее касаться руками, но физически она прожиматься не будет. Здесь все прямо настоящее. Даже обогрев заднего стекла, вот он.
все это щелкает, классно, классно, все можно сделать обычной кнопкой, это так радует. Даже у нас круиз, это автопарковка включается здесь, камера кругового обзора у нас включается физической кнопкой. Ну, замечательно, аварийка, это понятно. Выключение стабилизации отдельной кнопкой выведены сюда, прямо вот одна из ключевых кнопок, ее максимально видно. И она также даже вот, ну-ка, да вот, вот на ходу зажали, держим. На ходу, пожалуйста, стабилизация в моменте отключилась, то есть если хочется раздать, то раздать получится без вопросов. Все четко. Это очень хорошо. Что очень плохо, что есть так называемая беспроводная зарядка, и я свой телефон могу беспроводным образом зарядить. Но находится она... Кстати, а как мы прошли лежаки, да? Это мы на спортивной машине РС. И смотри, как это, она это делает. Смотри, с 17. Как А8. Это не зубодробилка? Мы в каком-то раю просто? Это как вообще? Как комфорт может быть таким комфортным? Так, так вот. То есть мы сначала открываем вот это. Вот тут, наверное, не видно. И там мы вот так вот туда за шторку запихиваем просто телефон. Его достать тоже очень сложно. То есть... Сейчас я пытаюсь достать. Все, я достал. То есть там, ну, супер сложно. И я подогрев сиденья случайно включил. Он даже успел нагреться. В общем, беспроводная зарядка как бы есть, но использовать ее фактически сложно. Давай с 40 пройдем лежак. 39, 38... 35. Комфортно. Подвеска-то длинноходная. Мы можем даже посмотреть, в каком он состоянии пневма. Как она поднята, она в среднем положении. Вот здесь есть пентаграммка. Есть. Пневму можно поднять. И даже в режиме спорт, по-моему, или на паркинге пневма немножко присядет, опустится. В остальном же, вот у меня фолд. Складывать его спереди только в подстаканник. Больше некуда. Это вот, конечно, сильный минус. Селектора КПП традиционного здесь нет. Есть такая вот только сдвижная история, но, в принципе, пользоваться ей можно. Так сказать, не больно, по крайней мере. Шумки у нас традиционно быть с вами не должно. Давайте 60. Есть. Не идеально, конечно, шумки немного, но она есть. Вот 60 км в час мы свои спокойно абсолютно перемещаемся. Дефлекторы не как в Porsche, а обычные воздуховоды. Я могу взять просто их вот право-лево туда шелудить. Без проблем. Все работает. И забавно, что мы находимся в РС-версии. То есть мы находимся в самом топе. У нас есть адаптивный круиз-контроль, автопарковка, 360. Все-все-все есть. И есть заглушка. То есть чего-то все-таки у нас нет. Это крайне обидно. И она на самом видном месте, эта заглушка, прям, блин, раздражает. Из того, что еще хорошее в этой машине, в том, что это Audi. Audi все чрезвычайно похожи. На сегодня, если вы пересядете после А6 в А8, вероятно, вы не поймете, а в чем, собственно, разница. Блин, лежаки, она очень хорошо проходит для RS-ки, для спортивного автомобиля. То есть вы не поймете, в чем разница между А6 и А8, но здесь... Вроде Audi, а вроде все чуть-чуть другое. Да, монитор тот же самый, но блок кнопок немножечко другой. Карты дверей сильно модифицированы, изменены. И вроде все то же самое, но все чуть-чуть другое. Форма торпеды тоже вроде та же самая. Вот эта традиционная вот такая отливка, которую вы все увидите в других Audi, она есть. Но она чуть-чуть другая, над ней какой-то сделан козыречек. Все немного изменено, немного. И это ты уже воспринимаешь с благодарностью, потому что, ну, остальные, ну, совсем одинаковые Audi. Ты в них садишься, они все вот эти вот. Блин, здесь как-то да. Единственное, что вот этого я, конечно, совсем не понимаю. То есть это тупо вот какая-то вот ванна для ключей с прорезиненным там дном. Это вот все. Ну, и по материалам, да, это алькантара плюс карбон. Ну, и пластмасса. То есть какое-то дерево, суперкожа, перфорации, строчки ромба, чего-то ты не увидишь. Это типа не богатство, это спорт. Он черный на черном, серый на черном, если хотите. Все, ну, не вызывающее каких-то особых эмоций. Даже в Зикре красно-черный салон, был попугайством, была отшивка РС там какая-то, не РС, там ФР была. Здесь, да, у вас есть небольшая сотами прострочка на ковшах, на сиденьях, но не более того. Что у нас там? Феррари желтый. Ну, это как желтая Феррари. Вот она справа. Желтая Феррари. Кабриолет. Но она желтая. Я даже на нее в зеркалах смотрю, и пес с ней, честно говоря. Да, неплохо. Это, если не ошибаюсь, была Калифорния.
по-моему, я в них не то чтобы разбираюсь, возможно, это была не она, какая разница, она желтая. Феррари должна быть красная или черная, наверное, это круто. Вот так же и здесь. То есть салон черный, он нарядный, прикольный, но каких-то особых эмоций не вызывает, кроме того, что просто он нормальный, то есть он для натуралов. Регулировка руля. В большинстве электромобилей она механическая, и здесь она сделана как механическая, у вас даже снизу такой рычажок. Я когда первый раз сел, я прямо с силой нажал, хорошо, что ничего не сломал, повезло, потому что это сделан такой рычаг, как будто он механический, но он электрический, и я нажимаю этот рычаг. Мы специально сделали дополнительные подсъемы заранее, мы вам сейчас покажем. И он электрический, а выглядит как механика. И это очень пушечно. Безрамочное стекло, отсутствует панорама, хотя она может быть, как я понимаю, она в виде опции, но у нас просто сплошной потолок. Стандартнейший руль абсолютно. Вот руль абсолютно типичный, никакой разницы между А6, А7, А8, А5 ты здесь не заметишь. Стандартный руль, стандартные мониторы, ничего такого. Разве что здесь нет тахометра, но есть стрелка там charge и boost и так далее. Чего бы я хотел? Это отдельную, где-то лютую кнопку, как у Porsche Sport Response, вот чтобы она здесь была Boost. Плюс здесь есть лепестки. Лепестки, наверное, и дают Boost, да? Лепестки, наверное, нам дают какое-то увеличение или уменьшение регенерации. Да, вот я сейчас сделал минус. Ну-ка, а плюс я сделаю? Да, я лепестками плюс и минус добавляю или увеличиваю регенерацию. Причем лепестком минус я увеличил торможение, лепестком плюс я сделал выкат, что у нас теперь рекуперации нет вообще. Вот, собственно, зачем лепестки. Здорово, 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 но бессмысленно. Лучше была бы кнопка Boost или Sport Response. Звездочка на что заведена? Ни на что не заведена. Давай попробуем на что-нибудь ее завести. Даже на открыватель ворот гаража можно завести функциональную кнопку «Звездочка на руле». Ее часто заводят на подогрев самого руля, это удобно. Но также мы здесь можем выбрать комбинация приборов, переключение дорожные знаки. Даже на подогрев руля здесь эту кнопку не завести на «Звездочку». А в А6 можно. Шляп? Стран, разные прошивки. А-а-а, забыл лежак! 60, 70, 40, 35 успело тормозиться. Хорошо. Короче, здесь, я даже не знаю, про что вам рассказывать, все абсолютно стандартное, ничего нету того, чтобы здесь не было в другой Audi, но это прямо типикал. Шторки есть, как в Китае? Нет, это же Audi. Она вот здесь сверху, вот это быстрый вызов, которая, добывая здесь у них внизу, это спойлер выдвинуть, раздвинуть там и так далее. Что-то у нас, что это у нас? Это проекция, вкл-выкл, да, ее настройки. И что здесь еще может быть? У нас нет подогрева руля? На звездочку знаешь почему, Никита? Я только что понял. Потому что нет подогрева руля. И поэтому здесь заглушка. Потому что, наверное, просто это и есть та самая опция, которой здесь нет. Нет подогрева руля. Потому что вот здесь-то он должен быть. Ну, давай его настроим. Вот, мы сюда можем разные вывести штуки. Парковки, прогнозируемая навигация, принять цель, примечания, календарь, ассистент настройки. Нету подогрева руля. Ля, нету руля. Зато есть вентиляция. Вот она. Все, отлично. Ладно, все, я понял. Это автоклимат, да, мы его выставили. Пушка. Пушка. Все, давайте разгон до 100. В остальном все нормально. Подвеска топ, шасси нравится, даже в режиме релакса. Вот что мы с вами все обсуждали в ультрамощных электромобилях. Что ездить в них на повседнев страдание, зубодробилка, боль, жесткая подвеска, отсутствие шумки и прочее. Здесь у нас, да, не 2 секунды до 100, а 3 с гаком сейчас будет, но сейчас замеряем. Но при этом абсолютно гражданский автомобиль. Абсолютно гражданский. Надо только понять, как включается этот самый буст. Наверное, он включается с двух педалей, и это будет тот самый launch control. Сейчас все узнаем, разгоняемся до 100 и делаем выводы. Так, из режимов, которые мы можем выбрать у нас для разгона до 100, это, наверное, давайте посмотрим, drive mode. Можно поставить, наверное, dynamic и посмотреть, что будет. Возможно, есть какой-то launch control. Сейчас узнаем. Из минусов у нас запаса хода. Мы же на электромобиле, поэтому всегда есть эти игры с цифрами. Так вот, у нас запаса хода осталось на 150 километров. То есть это уже практически разряженный аккум, и из-за этого показатели могут быть не те. Зажимаем стоп, зажимаем газ.
ланча нет. Но хорошо уперлась. Прям четко. Замер мы в этот раз по вашим многочисленным просьбам осуществляем по драге. Поэтому традиционного прибора у нас нет. 3,3. Это сток. 3,3 секунды, господа. Замерились. То есть просто вот какого-то супер ланча с места и прочего нет. Каких-то там супер показателей. Флажки на приборе не загорелись. Я просто нажал тормоз, нажал газ. И 3,3. 0,6179. Ни пробуксовок, ничего. Супер стабильно. Супер четко. Сразу же сток. Да, немного холодноватое оружие, как Audi всегда я и называл холодным оружием, всегда так было. Это абсолютно нормальный для Audi разгон, мое почтение, как говорится. Еще раз в обратку. Ну и все-таки у нас всего 630 сил, и мы посчитали налоги, сколько это будет стоить, ребята. 9600 в год по налогам данный автомобиль расходует максимум. Давай второй раз. Такое ощущение, что не даст второй раз ланча. Ну-ка. 3,23. 3,2 он поехал. Что, третий раз попробовать? Аккум, что ли, разогревается? Дело в том, что в электромобилях, помимо прогрева резины, есть еще также прогрев аккумулятора. Плюс все-таки здесь система стабилизации, я рассчитываю, что не как у Zikra. И она примерно работает ближе как в Плейде. То есть в Плейде, если у вас не было зацепа, то было ощущение, что машина просто не едет. Она не шлифовала, у вас ничего не моргало на приборе. То есть просто как будто вы едете медленнее. Здесь как будто бы то же самое. 3,23. То есть это честные 3,2. Если мы округляем, приятно. Давайте попробуем третий раз. Буст. Погнали. Ну... Нет, все-таки, ребята, около 3 секунд до 100, это прямо... Да, дальше она, конечно, сильно сдувается. И это уже совсем не то. Но, тем не менее. 3,23. 3,23. То есть с округлением можно делать 3,2. И, кому интересно, мы замерили 100-200. Эти цифры в другой день, поэтому видео нет. Но они какие-то человеческие, типа 8. Вот 8 секунд. Это конкретно по 100-200. Вроде неплохо. Но сложно сказать. Я такие цифры замерил только потому, что вы в комментариях просили. Поэтому да, съездили, замерили. Это вот цифры с драги. Меня там не было. Я не знаю, 8 это даже, честно говоря, хорошо или плохо. Не с чем сравнивать. Я 200 обычно никогда не езжу. Как и все мы. Неплохо, неплохо. Крайне неплохо. Главное, что при этом, то есть она метет 3,2 до 100. И абсолютно гражданская. Сильно ли отличаются, к вопросу, да, сильно ли отличаются 2,5 до 100 от 3,2 до 100? Отличаются, наверное, даже сильно, я бы сказал. Да, отличаются. Но прокати вот так человека, который никогда не ездил 2,5 до 100, прокати его на 3,2, он мозг и так выносит, я вас уверяю. То есть шибкой разницы прямо не чувствуется, если без большого опыта. Так, да, на опыте после Плейда и после Zikra FR, конечно, да, она ощущается как более медленная. Есть нюанс, что это электричка. Вчера, к примеру, есть же вот мопеды. Они есть бензиновые, есть электрические. Все это прекрасно знают. У меня один мой знакомый тут в Китай съездил, все уши мне вынес, давая возить электрические мопеды. Такая классная история. У меня есть мопед, который за день обычно проезжает 50-70 километров, потому что это техника для города. Казалось бы, идеальная электротема. Но вчера мой воспаленный разум думает, надо съездить в Вырицу. Причем я на работе, мы закончили работать, закончили снимать вчера интервью, и после интервью я хожу, говорю, мне нужно в Вырицу. Это 90 километров в одну сторону от точки, где я снимал. И я взял и положил эти 200 километров туда-обратно вечером после работы. Если бы у меня был электрический мопед,
положили бы меня. Поэтому, ребята, только бензин, в крайнем случае гибрид. Итак, господа, вы часто недооцениваете моих слов по поводу универсальности. Но поверьте мне, человеку очень много и очень часто ездящему на чем-то реально быстром. Так вот, от скорости вы всегда рано или поздно устаете. Именно поэтому такие машины часто продаются с небольшим пробегом. Всегда, когда у вас супер лютая тачка, вы рано или поздно от нее устанете. Также вы устанете всегда от зубодробительной подвески и от прочих нюансов, которые часто сопутствуют вот этим типа гиперкар. Здесь есть огромное преимущество того, что она всегда остается гражданской машиной. Это, можно сказать, один из столпов, на котором вообще всегда и стоял Volkswagen, Audi, если хотите, этот самый концерн, когда вы делаете машину быстрой, но при этом она всегда остается доступной вам на повседнев, даже с детьми в школу. И это на самом деле шедеврально, потому что какой бы быстрый у вас ни был разгон, через месяц вы будете пользоваться им раз в неделю, один раз в неделю, а ездить на машине вы будете каждый день. И вы всегда будете очень ценить то, что вы очень быстрый. Но ценить вы это будете всего лишь в 1% случаев. Во всем остальном это будут чисто понты. Здесь хорошее сочетание. Да, она едет действительно всего 3,2 по современным меркам, можно сказать. Но тем не менее она едет их комфортно, если вы не выставили режим Dynamic. В комфорте это просто пушка. Из минусов, огромных минусов, что в современном мире вот эта машина, она была выпущена в 2021 году. А по своей архитектуре, мультимедиа и еще прочему чему, она произлегает где-то год в 18-й. В 18-м году стали выходить даже, может, раньше в 17-м. Вот эти актуальные поколения, А6, А7, А8, они все выходили примерно тогда. И мы уже избалованы Теслами, Плейдами, всем тем вот с этим вот улетевшей мультимедией. Когда у вас машина на экране пишут, где располагаются другие машины. Здесь мультимедиа, которой получается 6-7 лет. В современном мире это реально старая мультимедиа, старая эргономика, потому что телефон, зарядку нужно убирать аж туда. И еще очень много того, что сегодня смотрится на самом деле, ну просто уже дико. В нашем времени уже все должно быть гораздо более удобно. И телефон на зарядку вы должны складывать туда, куда, прямо вот сюда, куда-нибудь, в торпеду. Прямо, ну чтобы он был в доступе, быстро, и вы могли его постоянно брать и снимать и так далее. Здесь же он убирается в бардачок. Это уже неприемлемо. Ну я думаю, это для скорости сделано, чтобы ты не убился, чтобы он не вылетел, нежели... В Плейде это вот так стоит. Ну да. И что-то пока что, ну, трупов, ну, не зашкаливающее количество. Но где эти сотни погиб, где кладбище этих людей от телефонов, которым в лоб прилетел на разгоне? Их что-то нету. Видишь, в чем прикол? То есть можно сделать вот так, есть образец. И этот образец уже был на момент, когда выходил e-tron. Но они шли своим путем, может, сертификацией, может, что-то еще, не знаю. В общем, в этой тачке при всей ее футуристичности и технологичности в нашем невероятно быстро развивающемся мире уже создается впечатление, что она старая. Потому что и Тайкан, это все уже было, и лошадей типа мало, и так далее, и хочется больше плюшек, потому что в Китае будут и двери, которые сами открываются, и супермониторы, и что там еще только не будет того, что здесь нет. А здесь этого нет. Ну, ездить с брелка, к примеру, здесь этого тоже нет. Короче, очень много чего нет, что за эти деньги в Китае или просто в машинах, которые более современные, будет. И в этом есть огромный нюанс. Но во всем остальном, если вам нужна машина, а напомню, это всего от 10 миллионов, то есть это черебас. По современным меркам, Zeekr FR, который мы рассматривали, стоил 17. Здесь практически в два раза дешевле. Да, она медленная и так далее, но вот эта вот ее старость в традиционных ценностях дает ей все преимущества, что это обычные ручки, обычные зеркала, обычный монитор, обычная мультимедиа, обычный хороший звук, обычная комфортная машина. Если вам не нужно выеживаться каждый день, хотя при разгоне 3,2 все равно в 99% вы будете первый, в 99%, потому что быстрее вас, по сути, только Плейды, быстрее вас Тайканы, Турбо С, или они, по-моему, тоже вышли еще какой-то лютой версии, и быстрее вас будут, собственно, те же китайцы. Это абсолютно минимальное количество машин, все остальные будут у вас в зеркалах мелькать. Так что вроде как все круто. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. До встречи в следующем. Огромное вам всем удачи и пока.